Всем привет, с вами Данилка и Талямба. Сегодня мы будем делать дымовуху из калиевой селитры. Мы будем сначала ее растворять из калиевой селитры в воде, а потом замачивать... Газетку. Да. Сейчас мы приступим к нашей большой трапезе. Дымовухе. Итак, ребят, нам понадобится калиевая селитра, вот калиевая. Нам еще понадобится тарелочка воды, где мы будем ее растворять. И, конечно же, ложка, чем мы будем это все перемешивать. И газетка. Что мы будем смачивать? Я соболезную. Давай, Туха, приступай. Насыпаем калиевую селитру в тарелочку и это все дело размешиваем. Там по своему смотреть, что я не знаю, там пропорцию, ну и насрать, сделаем как сделаем. Надеюсь, что задымит. Она хорошо, что у нас не такими шариками маленькими, а порошком ее легче будет размешивать. Вот так вот это все дело происходит. Кстати, если там под видео, если под этим видео наберется 30 лайков, мы сделаем большую дымовуху из чего, Тоха? Не знаю. Из теннисных шариков. Нет. Они не очень дорогие, мы нашли магазин, где они стоят 3 рубля одна штука. Решили закупить 50 таких шариков и думаю, не очень дорого выходит, всего 150 рублей за 50 шариков. Их как-то же будут нарезать, мы уже делали. Вот, вот такая вот эта нудная работа. Растворяй, растворяй, растворяй. Можно, кстати, вот замочить уже попробовать. Нашел, блин, что мочить. Ну, можно, конечно, для опыта. Сделаем две бумажки тогда. Это будет фитилек. Это будет у нас фитиль. Ну, мы его тоже замочим, и это как будет фитиль. Подожжем его. Она... Нет, фитиль не сможем, надо так ее поджигать. Не тушая. Мы ее не будем. Мы так смотаем, и это будет наш фитиль. Не смачивай ее, Гах. Я смочу. Токи, кстати, здесь вот такая. Такие веточки хвои. Да, сходил там Рэмчик, увидел и нарубил. Они у него здесь растут, может вырастет через года полтора дерево какое-нибудь. И корешки даст. Вот такое это нудное дело. Это ужас. Один печатки калиевая селитра вредная. Ну пофигу. Мы их будем мочить. Знаете как сушить? На батарее. Вот это вот Токи батарея. Вот Тоха ложит на батарею. Вот так вот она будет сушиться. Как бы не профукать. Да, Тоха? Да. Итак, вот мы будем смачивать всю эту газетку. Когда мы закончим смачивать полностью всю газету, покажи какую. Большую. Она очень большая. Там несколько листов. И пока в конце заснимем, как мы ее смачивали. Также я им буду помогать. Путина замочим. Да. Тоха такой живодер. Получилась такая. Вот у нас получилась вот такая штучка. Это мы ее уже замочили, сейчас мы покажем, как она как бы дымит. Тоха ее подожжет сейчас об газ. Это вот маленькая количество. Это маленькая, так хорошо горит. Мы ее немного уже проверили. И у нас все, в принципе, получилось. Сейчас ее Тоха подожжет и выключит газ. Сейчас вы увидите, как это. Смотрите, как она дымит. Смотрите, она сжигается. Это маленькая. Смотрите, я ничего не делал, она сейчас сожжется полностью. Вот так сжигается. Здесь пахнет, Тоха, давай его. Только посмотрите. Давайте. Это только маленькая, представьте, что будет с большой. Выкидывай уже, пусть дымит, бедненько. Вот, смотри, смотрите. Сжигается. Все, можешь выкидывать. Из этого также можно делать фитили. Вот мы, кстати, у нас уже почти высушилась одна газета. Она уже такая тепленькая. И мы занимаемся вот так вот второй. Сейчас я пока уберу калиевую селитру. Вот большинство делают вот эти вот тазы всякие вот с этой калиевой селитры вот или аммиачной. А мы взяли такую тарелочку и замачиваем газетку здесь. И мелочиться не надо. Да. Мало калиевой селитры и мало воды, всего мало. Да, сейчас мы так вот промочим, потом развернем, посмотрим, где не промочилось. Там промочим и также повесим рядом с ней еще одну газетку. Вот у нас мочится одна газетка, она, кстати, тепленькая, да. Уже потеплее стало. Вот там вот еще у нас газетки. Две таких штучки. Мы не будем делать большую дымовуху. На улице также ее подожжем. Посмотрим, как она дымит также. На этот раз на улице. Да. Не на балконе. А то опять меня будут ругать родители. Чего мы весь дом в дыму. Да. Ну-ка, давайте я разворачиваю. Покажем, как мы это делали. И две без вас делаем. Когда будем доделать, я покажу.
Давайте тихонечко разворачивай, смотри, где не просочилось, типа. Смотри, просочилось, нормально держали. Вот здесь немного не просочилось, сейчас засунем. Давай. Аммиачная, кстати, селитра, она вредная как-то для рук, а... Калиевая селитра. Калиевая селитра, она... Не... Селитра. Селитра не очень такая. Но мы делаем без перчаток. Ну все, сейчас Тохич пойдет вешать, я вам это все дело покажу. Вот так вот мы вешаем газетки, и они будут сушиться. Потому что сейчас не лето, а зима, и это самое. Трудно сушить и на улице. А почему так весело? Потому что там мешается. Я сейчас замораюсь еще. Мы также снимаем опять перед школой. Наши каникулы закончились. Да! Вообще виноват Данил. Ну, короче, мы сейчас это будем делать газетки, и как будем доделать последнюю газетку, все вам покажем. Вот, ребята, у нас сушатся газетки. Мы уже, кстати, все доделали. Не стала снимать последнюю газетку. Вот мы уже все убрали со стола. Сейчас вам покажу, где еще сушатся наши газетки. Они сушатся не более 10 минут. И вот, ребят, Тоха повесил у себя в туалете еще одну газету. Но здесь как бы две, мы их соединили. Вот они сушатся, последние две. Мы также вам покажем, как мы делаем из них, как бы сворачиваем дымовуху. И все это дело покажем вам, как она дымит. Но сейчас она пока будет сушиться. Пусть сушится. Итак, ребят, у нас уже высушились газетки. Вот Тоха начал заворачивать... Давай побыстрее. Вот Тоха начал заворачивать газетку первую. Там, кстати, осталась калиевая селитра. Вот она. Ну, такие кусочки остаются, бывает. Сейчас только ее вот так вот заворачиваем и будем поджигать очень большими спичками. Вот я только сейчас подам вторую газетку. Ты просто так вот положи вот этот сверток на еще одну газетку и продолжай крутить. Сверни. Вот так вот продолжает крутить только. Третью мы попозже завернем, но не будем снимать. Почему? Потому что она еще не высохла и мы торопимся. Так, Тоха сейчас вот уже делает, приму это делай. Ну ладно, пофиг, давай делай. Там поджигать будем, что легче его поджигать. Да. Сейчас третью высохнет, Тоха ее принесет, мы ее завернем. Давай неси. Что? Давай неси, я тебе сказал, я тебя снимаю. Принесу. Вот говнюк. Разбирай. Тоха, кстати, ее сушит в туалете. Давай, Тоха, неси. Сырая. Что, несешь? Сырая. Говнюк. Сырая. Итак, вот начало, настал час этой сигарки. Дымовухи. Очень серьезно, давай поджигай. Везде, 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 подожди, везде, 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 сверху. Пошла, пошла. Теперь держи. Смотрите на Тохича. Давай, давай. Что-то она не сильно... А вот нормально пошло. Ты только сверху не поджег. Такая вот у нас дымовушка. Сверху тоже надо поджигать. Ты подожги посильнее это. Чего это такой черный дым? Зачем у нас? Да газета не старая. Ясно. Сейчас только ее нормально подожжет, я вам помогу и начну снимать. Итак, ребят, мы поняли то, что она на снегу не горит. Только ее сейчас будет дуть, вот так вот она разгорает. Вот такая вот у нас дымовуха. Смотрите, сколько здесь грязи. Надо встать на другую сторону, думаю. Сзади она только курит, типа. Вот, вот, вот такая. Много дыма выдает, но из теннисных шариков больше, но помедленнее. Она больше, по идее, дыма выдает, просто она сырая. Мы не до конца досушили, потому что не было времени. Так бы горело отлично. Можно ее, в принципе, высушить и поджечь еще раз. Ну, думаю, нафиг надо. Ну все, и все-таки дымит. Давай, давай, дуй, 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 сюда. Вот такая дымовуха у нас получилась. Тохич, хочешь ее посушить? Это, потушить уже. Горячо? Да. Вот рак позорный, Тохич.
Да, сырая. Давай. Ну вот такая домовуха у нас получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы будем делать больше вот домовух. Вот они фитиль. Ну да, смотрите. Можете сделать вот такой вот фитиль вот для бомбочки. Вот такой фитиль для бомбочки, и она потом поджигаться будет. Вот такая домовуха у нас получилась. Да не бойся. Итак, с вами были Данила Кайталямба. Вот такая вот у нас домовуха получилась. Если хотите такие классные ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч, всем удачи, всем пока. Всем пока.